Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Портрет императора Марка Аврелия. 161-180 год, мрамор, высота 36, неизвестный мастер. Во время правления Антонинов оттачиваются художественные приемы, появившиеся в предшествующей эпохе. Мастерство исполнения достигает совершенства. В портрете Марка Аврелия проявилось виртуозное владение техниками Бурава, моделировки и полировки лица. Пробудившийся интерес к духовному миру человека открыл в скульптуре целый спектр эмоциональных характеристик, а также спровоцировал более глубокий и разносторонний подход к восприятию личности. Ваятели начинали обращаться к выражению тех чувств, которые говорят не просто о темпераменте человека, а о сложности его внутренних переживаний. В данном изображении император предстает в образе философа-стоика, известного по сочинению «Наедине с собой», проникнутому пессимизмом и разочарованностью в окружающей действительности. Своеобразным отличительным знаком мыслителя являлся чуть усталый взгляд, свидетельствовавший о возвышенном мировоззрении. Ну вот такое описание к работе. Портрет императора Марка Аврелия, неизвестного мастера. Мрамор, 161-180 год. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». До свидания.